Девчонки, завтракать! Диетический легкий завтрак для самого сообразительного мышонка. Так, план завоевания мира обсудишь после завтрака. Пап, ну я же не маленькая. Ну, конечно. Вы с мышонком уже взрослые барышни. Доброе утро. Доброе утро. Так, к новой школе готовы? Карандаши наточены? Телефоны заряжены? Волнуетесь? Да перестань запугивать детей. Это лучшая гимназия в округе. Прошу. Я же не зря 5 лет работала на квартиру в приличном районе, чтобы девчонки волновались из-за школы. Пап, да все нормально будет. За Машей я присмотрю, а меня Игорь в курс дела ведет. Не пропадем. Какой такой Игорь? Ну, тот самый, с которым котенок уже 7 лет в музыкалке учится. И? Скрипач в очках. Ну, скерцо Чайковского, ты что, не помнишь? Конечно, помню. Так, все, мне пора. Девочки, главное не паниковать. И не сутулимся. До вечера. Катя сказала, что ты вчера закипел на проспекте Мира. Не волнуйся. Ничего страшного, я уже совсем разобрался. Прошу. С этим можно разобраться только одним способом. Выкинуть твою машину, наконец, на свалку. И купить нормальный автомобиль. Мне эта девяточка дорога, как память. Помнишь, как мы Катюшку в ней делали? Помню, помню. Только это было 15 лет назад. А вот детали забыла. Ладно, поступай, как знаешь. Котенок, без паники. У тебя отчетный концерт в музыкалке. Пальцы еще пригодятся. Ну, проверка боеготовности, мышонок. Домашнее задание, дневник, ингалятор. Забыла. Так, спокойно, мышонок. На нашем семейном космодроме всегда найдется запас секретного оружия против астмы. Держи. Сдвинь ведро в сторонку, убогий. Хорошего дня, мышонок. Ты лучший в мире котенок. Простите. Ты что такой? Что вы себе позволяете? Она мне сейчас типа говорит, двойку поставит. А, забей. О, куда прёшь, бацилла? Первый день уже нарываешься. Харена езжать. Чего девчонку кошмарит? Хватайся, принцесса. О, понятно. Увидимся. Погнали. Пока. Ну, что короче, это сейчас было? Говорю. Она типа такая... Ой, да ладно. Привет. Первый день уже с местной звездой затусила. А это кто? Головная боль это. Пошли, в класс опаздываем. Савельев опять звонил и велел передать, что срок его предложения заканчивается сегодня. Велел. Повелитель. Пошлите повелителю на стенный календарь. Может быть, он не в курсе, что 90-е уже закончились? Я свой бизнес отжимать не позволю. А вы не боитесь, Ирина Николаевна? Если бы я боялась, я до сих пор бы сидела в бухгалтерии. И всего вот этого бы не видела, даже во сне. Так, и банкет в честь агентства «Темпора» 20:00. Подтвердите, буду. Одна? Или... Плюс один? Плюс один. Добрый день. Добрый день. Вам, как обычно, тюльпаны? Нет. Сегодня у меня спецзаказ. У нас с женой 15 лет свадьбы. Вся надежда на ваш утонченный вкус. Поздравляю вас. Есть отличный букет. Но дорогой. 5000 рублей. Сколько? 5000 рублей.
Беру. Так. А карточку принимаете? Да, конечно. Отлично. Отмена. Невозможно провести платеж. Извините, сейчас, секундочку, я... Алло, Юрий Николаевич, добрый день. Скажите, где мой гонорар за последние 3 статьи? Ну, я не могу больше ждать. Послушайте, я не могу покупать жене цветы за ее же деньги. Хорошо, спасибо. Извините. Возьмите. Деньги принесете, когда будет. Спасибо большое. Я обязательно верну. Спасибо. Слушай, а ты сделал задание по русски? Ну, естественно. Чего они туда пихают? М? Нет? Вот-вот. То, что не доели другие люди. Да послушайте, а знаете, почему они это делают? Потому что мясо дорого стоит. Ну, представьте себе, они берут индюшку, отрезают ножки, крылышки, филе. Что остается? Правильно, остается жир, кожа и кости. Вот это они все берут. О, смотрите, и получается, это у меня ардаки с приветом. Сидите, их едите. Да, ребят, вы его прикид зацените. Это что, наш новый сторож? Что, девочки, пойдем? Может, в кино? Давайте. Алло? Да, Кать. Привет. Да, алло, пап, привет. Ты не жди меня сегодня, ладно? Я просто на автобусе в музыкалку уехала. У нас учительница алгебры заболела. Ну да, хорошо, тогда увидимся дома, котенок. О, мышонок. Привет. Привет. Готова ехать? А Катя не с нами? Нет. И на это у нее свои причины. Какие еще причины? Ну, переходный возраст и так далее. Скоро сама узнаешь. Пойдем. Итак, Олег представляет на суд жюри кокосовое парфе с ежевичным соусом и домашним мятным сорбетом. Олег, ну, выглядит просто восхитительно. Настолько красиво, что я даже боюсь... Когда... Жаль, что мама на диете. А это специальный торт, диетический. Калорий в нем меньше, чем в траве и в воде. Идет, идет! Быстрее за диван! Может, не только, как вы говорите, притронуться, но и попробовать то, что я делаю, на вкус, оценить. Знаете, я думаю, что... Я не думаю, а надеюсь, что они оценят все по достоинству. Ура! Олег, скажите, когда вы решили, что хотите профессионально заниматься кулинарией? Вы чего? С праздником. Ну, с каким? С годовщиной. Еще в детстве, рядом с домом, я совсем забыл. Спасибо, милая. А я Линочку попрошу, чтобы на следующем году обязательно внесла в расписание. Ой, да, кстати, расписание. Я буквально на 10 минут только переодеться. Проводите, знаете, там все свободное время. Вот, знаете, эти... И запах, я как вспомню, знаете, у меня аж слюнки текут, ага.
Да, да, знаете, она пекла такие... А? Ты что, решил прибраться в шкафу? Нет. Решил, пойду с тобой. Как тебе такой вариант? Не очень. Тебя же это никогда не интересовало. Приходится менять интересы. По-моему, это единственный способ остаться с тобой наедине. Ну, Вильям, это невозможно. Это закрытое мероприятие. И потом списки гостей утверждали за 3 месяца. Не, посторонних туда не пустят. Ты чего? А чего, пусть здесь поваляется, все равно засохнет. Мне же меньше уборки. Работа есть работа. Понимаю, а семья? Ира, я давно хотел с тобой поговорить. О, давай не сейчас. Я устала. Я очень замерзла в такси. Ну, а потом вставать в 6:30. Хорошо, я тебе сейчас чаю с медом сделаю, чтобы согреться. Угу. Очень-очень люблю. Девчонки, давайте быстрее! Это тебе. Пап, ты серьезно? Ну, даже у бабушки телефон был круче. Возможно, потому что бабушка не теряла телефон 2 месяца. А, ну, это мелочь, напрягать вещами. Он был в моей куртке, я не знаю, куда он делся. Кать! Мышонок, поторопись! Пап, посмотри, мама оставила. Ого, какой глазастый мышонок. Так, это никуда не годится. Мы это с тобой должны исправить. Так, посмотри на меня. А давай к маме на работу зайдем. Мышонок, природоведение тебе этого не простит, поэтому сначала в школу. Вильям Леонидович, доброе утро. Доброе утро. Мария, здравствуйте. Позвольте, я вам помогу. Спасибо. Всего доброго. Хорошего дня. Лидочка, добрый день. А, Ира у себя. Я буквально 5 минут только вот отдать документ. А, Ирина Николаевна на обеде. А вы оставьте, я сама передам.
Отлично, я знаю, где она обедает, заодно выпью кофе с женой. А, Вильям Леонидович, подождите, а вы не успеете. Она вот-вот вернется. Вы подождите, я вам кофе сварю. Спасибо, Лидочка, но я лучше эти несколько минут проведу с женой. Во, мне же могут по работе звонить. Перезвонят. Я не видел тебя целых 15 часов. Я очень соскучился. Скажите, это вы снимались в «Отважном сердце»? Да, я. Я вас сразу узнала. Дайте, пожалуйста, автограф. Ирусь, ты чего? Я всегда плачу за свою женщину. Спасибо. Спасибо. Значит, я твоя женщина? Ты не просто моя женщина. Ты любимая и единственная. Я против развода, я. Все, я с тобой разбожусь. Ты чего не мог ему в морду дать? Да ты хоть раз в жизни мог повести себя как мужчина? Я. Господи, не мужчина, а тряпка. Я не верю, что что-либо можно решить кулаками. А я не верю в наш брак. Не верю. Да, ты всю свою жизнь отдал семье. Всю свою жизнь отдал детям. А я дрянь. Только я так больше не могу. Ты его любишь, да? Да при чем здесь Артур? Артур. Я тебя не люблю. И жить с тобой я не хочу. Так, ладно, не кричи. А я буду. А, девочка, а я буду кричать. Я у себя дома, и поэтому я буду кричать, потому что мне надоело притворяться, понимаешь? Мам, папа, чего? Вы что, правда решили разойтись? Никто никуда не расходится. Мышонок, иди ко мне скорее на ручки. А ну-ка, вспоминай наше стихотворение. Сладкий маленький мышонок. Папу целовал спросонок. Спросонок. Так, где ингалятор? Так, давай, дыши, дыши. Молодец. Вот все и прошло. Давай, ложись под одеялко. Так. Вы с мамой? Мама просто перенервничала, устала, вот и сорвалась.
Все будет хорошо. Давайте читать. Это что, последний завтрак перед смертной казнью? Значит так. На эту квартиру заработала я сама, поэтому у тебя нет на нее никаких прав. Поэтому ты можешь пожить в квартире своих родителей. Здесь я тебя видеть не хочу. Но меня твои метры не интересуют, я думаю о детях. Да, девочкам нужно будет привыкнуть, что мы будем жить отдельно. Поэтому я прошу тебя в ближайшее время с ними не видеться. С какой стати? Я их отец, они поют со мной. Куда? В двушку в Бирюлево? Жить с отцом без постоянной работы и постоянной зарплаты? Не смеши меня. Девочки будут жить со мной. Пожалуйста, пей кофе и уходи. Я на это пойти не смогу. Если понадобится, я буду вынужден обратиться в суд. Делай, что хочешь. И запомни, ты сама все разрушила. Хорошо, ты квартиру сдать не успел. Остался бы сейчас на улице с комплектом сменного белья под мышкой. А я думал, у меня друг есть, который меня не бросит и не оставит. А друг тебя и не оставил. Зря ты Ирку работать отпустил. Дом бы сидел, таких номеров не откалывал. Ну, все-таки моя жена, а не рабыня, чтобы ее в заперти держать. Значит, нужно было Катерину в ясли сдать. Самому работать. Какие ясли? Катя с ее аллергией, дисплазией. А Машка, она же очень чувствительный ребенок. Малейшее волнение, и у нее астматический приступ начинается. Не, я все правильно сделал. Да, солнышко. Нет, сегодня точно никак не получится. Регинке привет передавай. Нет, ну почему? Конечно, соскучился. Светик, тебе мой друг привет передает. Да. Целую, солнышко. Светочка. Угу. Че, Регина поняла, с кем связалась и бросила тебя? Вилли, таких, как я, не бросают. Такие, как я, на расхват. Светочка в 5, Регина в 9. И ты не кисни. Избавишься от Ирки и заживешь полной жизнью. Послушай, у меня дети. Никто, кроме меня, лучше о них не позаботится. Катя и Маша должны жить со мной. Я пойду на все ради того, чтобы это сделать. Значит, тебе пора знакомиться с моим соседом по даче Петром Васильевичем. В смысле? Адвокат. Папа, я с дельфинами плавала.
Девочки, познакомьтесь. Это Клавдия Васильевна, наша домработница. Здравствуйте, девочки. Теперь она будет нам готовить и помогать поддерживать чистоту. Ну зачем домработница? У нас же папа есть. Ну, мы теперь с папой будем жить отдельно. Вы не волнуйтесь, завтра у меня собеседование с нянями. Я не хочу няни, я хочу к папе! Тихо. Дайте ингалятор в ящике. Да не в этом! Как это? Что это надо делать? Тихо. Ты даже не умеешь моим ингалятором пользоваться! Алло, пап. Пап, поговори с Машей. Она плачет, но я успокоить не можем. Мышонок, ты грустишь, потому что я пока не буду жить с вами. Но я всегда буду вашим папой. Я с котенком вас очень-очень сильно люблю. И скоро заберу к себе. Алексей. Доброе утро. Я вам кофе сделаю. Не надо. Так ты ешь давай, полегчает. Рецепт проверенный годами. Можно подумать, ты пил годами. Так, господа, пока я хотел бы уточнить детали нашего дела. Ваши дети готовы жить с вами? И сообщат об этом на суде. Ну да, я в этом нисколько не сомневаюсь, так как с рождения их воспитанием занимался я, пока жена зарабатывала. Да у нее и времени нет. Я думаю, что шанс получить опекунство у вас есть, но вам нужна постоянная работа. Надо суд убедить, что вы можете содержать детей. Хорошо, я найду работу, хорошо. Только пока не понимаю, где. Опыта у меня тут маловато. Ну, вы как-то решаете это дело побыстрее? Хорошо? Тогда я займусь вашим делом. У меня, собственно, все. А провожать меня не надо. Спасибо тебе, Вильям. Я снова человек, а не похмельная скотина. Не за что. Будет тебе работа, нам как раз нужен менеджер по продажам. Правда? Да. У тебя человеческая одежда есть? В смысле? В смысле, костюм какой-нибудь есть? Да я отродясь костюмов не носил. Вильям. Все время хотел похудеть. Перепробовал тысячу диет, но потом все банально закончилось. Спорт 4 раза в неделю, ну, конечно, никаких углеводов там. Хлеба, пиццы и так далее. Вот вы любите пиццу? Очень. Вот. Вот,
Скажите мне, что вы больше любите, пиццу или здоровые сосуды? А без здоровых сосудов хорошей интимной жизни не бывает. Я вам покажу такую интимную жизнь. О, вы уж познакомились. Евгений Георгиевич, самый понимающий генеральный директор в мире. Евгений Георгиевич, а это... А это? Работать у меня не будет. Клоун, телевизор иди. Правильно. Девочки, мне нужно сказать вам что-то важное. Есть один человек, который очень хочет с вами познакомиться. Какой человек? Ну, он мой друг. Он придет завтра и... Просто друг? Или друг-друг? Я не хочу никаких друзей. Отведи меня к папе. Машенька, только не нужно ныть. Он любит детей не меньше, чем папа. Эй, мышонок, мышенос. Мы с тобой этому другу такую райскую жизнь покажем. Спорим, он против нас с тобой часа не продержится. Кто тебя за язык кинул? Я бился с ним весь день, ничего не вышло. Извини, брат, с работы я тебе не помощник. Это я еще утром понял. Зато я сегодня просидел весь день на телефоне, обзвонил все объявления. И? Сейчас будешь удивлен, но филологи без опыта работы не пользуются спросом. Но я сделал невозможное. Завтра выхожу на работу. Охранником в продуктовый магазин. Ты? Охранник? Да. Ты шутишь? Нет. Осталось пройти только испытательный срок. Мадам, боюсь, вы были слегка рассеяны и промахнулись мимо корзинки. Ой, как неловко. Спасибо, милый. Очки дома забыла. Дальше носа прям ничего не вижу. Спасибо. Эй, ты! Икру положи на место. Извините. Стой! Стой, кому говорю! Итак, небольшая ваша пробежка обошлась нам в 10 тысяч рублей, 3 жалобы от покупателей и одного сбежавшего воришку. Оказалась дамочка. Не могу сказать того же о вас. Мне кажется, вы вегетативно не способны к этой профессии. Сложно с вами спорить после такого кино. Я знал, что вы разумный человек. До свидания. Девочки, мама дома. Привет. У меня сегодня для вас сюрприз. Знакомьтесь, это мой друг Артур Соколов. Здравствуйте. Дурацкое имя Артур. У нас на даче соседскую собаку так звали. Я надеюсь, собака была красивая, добрая, как я. Это тебе. Спасибо. А это тебе. И я постараюсь, чтобы наше знакомство стало началом доброй дружбы. Моя дружба за подарки не продается. Маш, ну как ты разговариваешь со взрослыми? Возьми подарок и скажи спасибо.
У нее трудный период. Это у тебя трудный период. Маша! Мам, не волнуйся, я с ней поговорю. Мышонок у нас отходчивый. Прости, кто у вас отходчивый? Налей мне вина, кухня там. Ты же говорила, что мы будем его райскую жизнь устраивать, а сама стояла и улыбалась. Мышонок, да ты хоть знаешь, кто это? Это же сам Артур Соколов, кинозвезда. Это как если бы мама с Брэдом Питтом встречалась. Не нужен мне ваш Брэд Питт, у меня папа есть. Ладно, ладно, не реви. Избавимся от Артура. Только надо действовать с умом. Тут грубость не прокатит. Да у тебя, брат, талант. Я уже со счета сбился за эти два дня. Это какое у тебя увольнение? Третье? Технически второе. На третью работу меня даже не взяли. Для таксиста премиум-класса я недостаточно классный. Не отчаивайся. 34-й брак. Спасибо тебе. Найдем тебе что-нибудь. Чего-то сомневаюсь. Ты знаешь, когда заполнял резюме, заткнулся на пункте «Навыки». Я же ничего не умею. Бесполезнее меня только хомячки. Ну-ну, ты не трогай хомячков. Они умиляют. Ну-ка. А как насчет стирать, готовить, ухаживать за больными, убирать дом? Послушай, я этим занимаюсь 14 лет. Только вряд ли кому-нибудь нужен такой человек, как я. Нужен, Вилли, нужен. И за очень приличную зарплату. Добрый день. Угу. Да, я все получила. Угу. Да, посмотрю. Угу. Угу. Хорошо. Да, спасибо большое. Я вам тогда позже наберу. Да, спасибо. До свидания. Доброе утро. Угу. Я на собеседовании. Садовника я уже нашла, вы опоздали. А, я на должности домработницы. Ну. А почему сразу не на императора всея Руси? Звучит престижнее. А в этих вопросах, я думаю, компетентны так же, как и в домоводстве. А зря вот так. Я прекрасно мою посуду, убираюсь, стираю. Слушайте, подробности вашего холостяцкого быта мне не интересны. Я ищу женщину, которая умеет вести дом. Если бы я искала мужчину, который умеет складывать носки в стиральную машину, я бы вышла замуж. Послушайте. До свидания. И мне, ребят, и мне, ребят, да это же этот Соколов. Ну, я «Отважное сердце» 7 раз пересматривала. Кому-то еще что-то? Привет. Да, ну. Ты что, его знаешь? Ну да, даже очень хорошо. Он лучший друг нашей семьи. Ну что, пойдем? Ребят. Привет. Вильям Леонидович? Да-да. Уделите мне пару минут? Да, пожалуйста. Позвольте представиться. Соломатин Геннадий Дмитриевич. Адвокат, доктор юридических наук. Очень приятно. Вильям Леонидович, у нас с вами есть общий интерес. Ведь вы сейчас разводитесь с женой. Откуда вы это знаете? Ну, теперь это уже не важно. Я могу представлять ваши интересы в суде. Строго говоря, все, чем сейчас владеет ваша жена, нажито в браке. Ну, стало быть, это совместно нажитое имущество, и в случае развода оно делится пополам. Я вам признательна за правовую лекцию, но могли бы вы перейти ближе к делу? Уже. Я помогу вам отсудить вашу законную половину имущества, включая часть фирмы. Потом вы продадите пакет ваших акций моему клиенту. Цена вас устроит, я обещаю. Спасибо.
Подождите, меня не устраивает в первую очередь само предложение. Если я буду судиться со своей женой из-за фирмы, она перестанет меня уважать. А сейчас она вас уважает? Ну, хорошо. Мои дети не станут меня уважать. А они вас уважают? Почему тогда они остались с матерью? Я сам себя перестану уважать. А вы сами-то себя... А, простите, простите, я не это имел в виду. Вильям, да. Поймите, что без денег вам не дадут опеку над детьми. А это реальный шанс. Подумайте над этим. Я окончила курсы домоводства при Британском образовательном центре и являюсь сертифицированным дворецким. У меня диплом медсестры и курсы повышения квалификации по специальности диетология. Я бы хотела вам предложить лаконичный букетик из нескольких гортензий, но розы из вашего сада тоже чудесно оттенят фарфор. Спасибо. Когда вы можете приступить к работе? Никогда. Она нам не подходит. Ты что, издеваешься? Кто тебе вообще подойдет? Английская королева, может быть? Ну, это слишком. Ты, мать, слушай. Мать жизнь прожила, ее на кривой гортензии не обскачешь. Так, что у нас тут? О, маникюрчик. Длинноват для домоработницы. Чулочки? Это для меня старухи. Нет, для меня. Я люблю хорошее белье. Это что, преступление? Для домработницы почти. А грудь давно делали? Мам. Сколько обошлась? У меня натуральный бюст. Я тоже всем говорю, что у меня свои зубы. Она устраивается к нам на работу, чтобы в нашем поселке найти себе богатого мужика. Будет бегать, трясти своим естественным бюстом перед чужими мужьями. Спасибо, вы свободны. Я вам позвоню. Перезвоните? Угу. Как же? Да чтоб ты провалилась, карга старая. Спасибо. Мама, сделал тебе чая? У меня есть. Пошел вон! Это сексизм! Выбирайте выражение в приличном доме. Вы не можете мне отказать в работе по половому признаку. В своем доме я могу делать все, что я захочу. Поэтому без лишних приветствий вы нам не подходите. Всего хорошего. Следующий. Поймите, пожалуйста, ну, если вы мне откажете в работе, то у меня после развода отнимут моих детей. Молодой человек, лично против вас мы ничего не имеем. Домоводство – это женская работа. У женщин генетически больше опыта в сфере мытья полов. Да вам не найти лучше женщины, чем я! Ну, в смысле, для этой работы? Не верите, хорошо, устройте конкурс. Я могу устроить вам неприятности. Один звонок начальнику охраны, у вас будет очень увлекательная неделя. Хотите? Нет, нет, хочу конкурс. Хочу конкурс. Мам, ты что, шутишь? Ты серьезно хочешь битву поломоек? Да, хочу. И тогда я без вопросов возьму его на работу. Ну, хорошо. Пусть будет конкурс. А во сколько пробы? Дай сюда. Артурчик, мы ведь тебе деньги платим не за красивые глаза. Ты свои горные долги отрабатывать собираешься? Или можешь мне Савельеву сказать, что ты пошел в отказ? Я все сделаю. Я же вам Иркиного мужа слил. Как выяснилось, он с ней судиться не собирается. Ты учти, пока Ковригина свою фирму Савельеву не передаст, он тебе долги не простит. А будешь тянуть, проценты капать начнут. Понял. А нужно просто ее мужа додавить. Я сегодня с Иркой поговорю, пусть она запретит ему видеться с девочками. А он девочек обожает и ради них сделает все. Додави? Додави. Мне все равно как. Мне важен результат. Понял? Понял.